Меня зовут Борис Монтян, я представитель компании Thermaltake, там защитник e-sports и комьюнити менеджер, но просто я из Thermaltake, так проще будет. Мы в этом году показываем снова, в очередной раз мы пришли в Игровер показать клевые клавиатуры, мышки, корпуса, блоки питания, сборки и вот это все. Можно немного узнать подробнее о самых интересных новинках? У нас здесь три подразделения фирмы, ну, то есть у нас три бренда: Thermaltake, TTS Sports и Lusatu. И, соответственно, от каждой есть какие-то новинки. Самое интересное, наверное, по мышкам-клавиатурам у нас стартует продажа вот Poseidon RGB, которая переливается всеми цветами радуги. Можно вот ее посмотреть, можно будет потом отдельно как-нибудь. Мы показываем умные девайсы. Это мышка Tiron Plus и клавиатура, соответственно, Poseidon Plus. Это такие девайсы, которые сообщают свою статистику на мобильный телефон или планшет. То есть вы сидите, играете, у вас стоит планшет, на котором в реальном времени вы видите, сколько раз вы отрывали мышку, сколько вы кликаете, какой у вас АПМ. И, в принципе, какую-то еще дополнительную статистику, которая может быть вам интересна. Также это все потом выкладывается в облако, вы можете анализировать на сайте, на приложении, сравнивать с киберспортсменами, то есть вот такая вот история интересная. Это все в рамках такого тренда, что все технологические компании так или иначе заигрывают с темой интернета вещей. То есть это когда у вас холодильник выходит в интернет, когда у вас там... Вы подъезжаете к дому, у вас автоматически открываются ворота, кофеварка автоматически включается. Вот мы приносим это в железяки компьютерные. По Thermaltake, по бренду, где блоки питания, корпуса, система охлаждения, мы показываем наши обновленные корпуса. Это серия Core X. Наши топовые корпуса из мейнстрима – это серия Core V. Их можно будет просто вот показать, наверное, на примере, потому что их лучше смотреть вживую. Соответственно, мы туда поставили наши замечательные вентиляторы Ring. Они интересны тем, что это вентиляторы, которые вы ставите в корпус. Соответственно, у них круговая подсветка, и она выглядит, наверное, на уровне 2 выше, чем все, что делалось в вентиляторах до этого. Это реально штука, которая классно выглядит, и ее легко можно советовать людям, которые хотят либо чуть-чуть обновить свой компьютер. То есть есть хороший компьютер, нужно его сделать крутым. Вот Ringi поставил, уже круто. Заходите на стенд Thermaltake. Всем спасибо за внимание и пока-пока.